10, weón. Куда я хотел припарковаться? К выходу. Здорово. Так кто там видит, как я паркуюсь? Там нормально она заходит, нет? Курят, наверное.
Сколько у нас времени до выезда? Сейчас станут, я фотки сделаю и поедем. Скрин сделал. Во время конвоя не судить, не ругаться. Едем спокойно, не гоним. Ведущий, кто? Давайте я поведу. Ведущий Скорпион, замыкающий, кто? Нет, не надо. Давайте. Так, ладно, я поверю это сам. Саша, Остап, ты тут? Да. Замыкающий. Дядь Сань, я не буду. Чего? Я нифига не вижу. Я еду. Тупо. Так тебя куда поставить тогда, если ты не видишь? Замыкающим? Я перед замыкающим пойду. Хорошо, ладно, я замыкающий. Выезжать будем. Скорпион ведущий. Со Скорпионом выезжает. То есть у нас один, да? Масик. Да. И Масиком выезжают. Стоим на свет. Макс Грант, Сергей 157. Евгений 39. Донецк. Андрюха. Чуваш. Саша, Остап, где замыкаю? Ну, грубо говоря, со Скорпиона выезжает гость, остальные от Скорпиона справа налево пошли по кругу. Остап перед замыкающим. Базы налево. Давайте я покажу. Воздухи, еще и все. Перезаходить надо, наверное, да? Да. Ладно, я перезахожу, короче, едь, я догоню. Далее, впереди развязка, уходим вправо по логике. Лево-право выполнили с базу. Я вообще комп навел. Налево повернули на перекрестке. Принял. Ну, девушка придется. После правого пологового перестроения в левую полосу развязку идем прямо. Прямо и направо. Пологи завершили. Принято.
развязку прямо пошли. Колонна идет плотно. Дизайн догоните. Он перезапускает. Круги 70. Время. Если он догонит, тогда поедем. Круги 90. Принято. Впереди платка. Принято. Платку проходим левый два окна, сброс скорости. Принято, левый два окна. Почему в конце-то в одно окно все пошли? Платку прошли. Принял. Замыкающий на круизе. Stop, bro!
Движение в левую полосу, развязку, идем прямо, уходим на другую. Принято. Прямо прошли. Далее перестраиваемся в правую полосу, развязку уходим направо. Принято. Наше радио 2.0. Далее впереди платка. Платку проходим, левые два окна, сброс скорости. Принято, сброс скорости, платка. Ладно, прошли. Принял. 70 взяли. Принято. Виктор, вы Леон проехали все? Кого? Леон. Нет, Монтпильер не проходит. Рядом с Монтпильер проходит. Верхний. Я на заправке стою после там платки. После Леона. Хорошо. Леон. Да, что-то шосток он не начал купить в последнее время. Только сейчас зашел. Скорпион. Я дико извиняюсь, можно на заправку заеду? А то я за 15 минут до конвоя зашел, ничего не успел. Хорошо, разрешаю. Вам спасибо. Впереди платка.
проходим левые два от нас, сброс скорости. Развязку идем прямо. Кладку прошли, принято развязку. Принято. Круиз 100. Принято. Чуваш, тебе дальний не мешает? Оказывается, все это время на габаритах ехали или что-то потекло. Замыкающий на круизе. Развязку идем прямо. Принято. Звездку прямо прошли. Идем в средней полосе, развязку прямо. Сань, что вы заходите? Да я догоняю вас. Ставить до соточки.
Не надо, я догоню. Когда у меня пишет на этом на компьютере, что осталось 7 километров. На скорость наберу и буду катиться на заправке, окей? Хорошо. Ну все. Не докатишься. А, и скорость не набирать не надо. Так и вон, телепортнись, город проезжаем. Уже заправка в городе. Да вроде как, 310. Там все равно будут повороты, ты дальше не покатишься. Будешь что-то тормозить на поворотах. Впереди развязка, занимаем правую полосу, уходим правый пологий. Направо и еще раз направо. Принято. Далее впереди платка. Платку проходим, левые два окна, сброс скорости. Платку прошли. Заправка, кому надо. Нам еще далеко до отдыха. Мы сейчас будем подъезжать к Леону. Туда еще прилично. Впереди платка. Платку проходим левые два окна с скоростью.
160. Плохо то, что палатки устанавливают. Ладку прошли. А у нас остановка за Леоном где-то, да? Да. Как думаете, 300 литров топлива хватит до Леона? При среднем расходе 70. Ты реалистичный? Конечно. Строение в левую полосу, развязку, идем прямо, уходим на дугу. Прямо. О, чуваш, ты чего? Тормоза отказал. Саня? Да? На Леон проезжаем. Понял. Я перед ведущим, да? Перед замыкающим. Ай, перед замыкающим. Внимание, Толу Макова у нас про скорость. Первым светофоре поворачиваем направо. Принято на первом светофоре направо. Я сегодня уперли уже куда. Следующем светофоре поворачиваем направо. Дядь Сань, ты хочешь нас просто сюда? Да мне так неинтересно, ты хочешь нас просто сюда? Вообще-то хочешь мы тебе город старт ждать вас? Город финиш. Город финиш. Нет ножек, нет мути. Так тоже можно. Секунду, тут кое-кто промазал. Засмотрелся. А нет, да я просто немного на тормоза нажал, засмотрелся, чуть не врезался. А кто к нам должен был присоединиться? У нас, я надеюсь, отдых где-то на заправке, да? Да.
Так, внимание, колонна, впереди платка. Платку проходим левые два окна. Принято. Так, я остановлюсь. Кто перед замыкающим едет? Чуваш. Понял. Пока что чуваш. Если догнал, то под брюхо. Я сейчас вот с этой доезжаю до... я забыл как называется. Ну поняли. Да. А что ж это? Города, так, перед замыкающим идет серк пока что. Платку прошли. Да, прошли. Крыса. Принято. Колонна встал. Внимание, колонна, скорость, скорости, впереди ремонт дороги, уходим на встречную полосу. Принято, ремонт дороги. Развязку идем прямо. Принято. Андрюх, ты что, тяжелая, да, везешь? Да у меня никто ничего не успел сделать. Мост поставить из виду. Сколько там? Просто на дачу много. А мало ли тут 15 тонн. Я тоже ничего не успел, но груз взял 3 тонны, получается. Да я вот только компьютер собрал вот 2 дня. Все новое. Ну, 3 тонны бодренько тянет, дафиг. Впереди платка. Принята платка. Левые два окна, сброс скорость. Принято левые два окна, сброс скорость. Тельцан, чё, Галеон хоть прошли? Прошёл.
пораздумишься, Клад. Ты пораздумишься, Клад. Да. Вы что? Я вылетел опять. Принято. Аккуратно, Мишаня, обгоните этот гидрогер встал. Развязка прямо. Принято. Вчера по дороге дураков прокатился на втором сервере. Я скажу так, ничего нового, ничего не ушло. Остались одни дебилы, как вас. Развязку прямо прошли. Принято. Это где одни дебилы остались? На дороге дураков. А, не, я ездил там нормально. Нифига, я походил, когда 2500 человек. Блин, я скучаю по временам, когда в Роттердаме была пробка. Да, особенно в порт. Ну, это ж коллизии тогда не было, да? Помнишь? Да. Правда, заряжаешь, нам тоже нужно аккуратно. Ну да. Че, в порту в Роттердаме стоит пробка. Откуда она стояла? От соседнего города? Ну да, от Роттердама самого стояла и до порта она была. Да. И вообще никак не проехать. А если уже заехал, хочешь назад развернуться, ага, хрен там. Это вы отстаёте. Андрюха тут тяжёлый груз видит. Я не двигаю 100 метров впереди выйти. Так, после туннеля будет заправка, уходим на отдых. Ух, отлично. Принято. О, у меня уже лампочка загорелась только что. У меня тоже. Километра 3 назад, наверное. Но в датчике почему-то при 120 литрах загорается лампочка. Ты на каком? На старом. Thank you.
Сейчас посмотрим, сколько влезет в бак. Смотришь на эти деньги, которые за топливо в игре платишь, думаешь, я могу. Так, ориентировочно выезд 14.50. Принято. Я, Димасик, не сильно вам мешаю. В каком плане? Макс, как там это самое? Ты за мной едешь. Не мешаю я. С тобой Евген едет, нормально все. Да у меня ноутбук, стараюсь изо всех сил. Если что, скажите. Хорошо. Ну, дядя Саня. Ты рад? Да. Я теперь не замыкающий. Кто не вижу, нифига какая у меня скорость. Или догнал я. Летел 150-160, знаешь, да я тебе вот, если бы не плат. Ну у тебя еще 7 минут здесь покурить. Можно, да, ну спасибо. Так, Санёк, Остап, ты тут? Да. Вот смотри внимательно, когда будешь маршруты делать, делаешь маршруты, ты эти, вот их ставь, примерно рассчитывай середину маршрута, или чуть-чуть дальше, но не ближе. А что, не так, что ли? Да, у тебя сильно был это, близко сделан маршрут. Ой, этот отдых. Странно. Ну, я, получается, примерно 750 выставил. Но 750. А мы едем, да. А, расстояние какое? Да, 1750. Да, это. Детство было смачное,
лучше пусть останется 750 доехать, чем 1000. Вчера у трейдов были, мы у них посещаем 17 человек, понимаете, на канале. Я не ценю, когда в субботу, 5 утра, когда помните, никого не было. Я в 5 утра, ну, еще в Америке даже. И что-то встал на заправку, смотрю, трейды едут. Ну, видишь, какая колонна, и все они краны тащили. Я говорю, у них посещаемость. И все, главное, это, поздоровались со мной. Правильно. Вот и ответ на твой вопрос, почему они так быстро? Потому что вот так вот ходят, карма-то сразу моментально приходит какая? Компания. Ну да, у них. Разница один есть. День, как у нас три. Да, или на, да, да, или на 7 человек разница придет карма, или на 17 разница есть, но намного. А у нас в Америке так вообще никого не дают. Ребята, такой вопрос. Кто делает второго Россия? Я нет. У меня какой-то, я не знаю, косяк или это лично у меня, либо это у всех. Я играю, ну, все нормально. От Иркутска еду там до Байкала, ну, по Байкалу. И я вот смотрю из кабины, у меня 20 FPS. Я ухожу из кабины, у меня резко 60. Включаю навигатор, у меня опять 20. Это всегда. У всех. От третьего лица, когда из кабины, как говорится, рулишь сверху, FPS больше. Так вот, если даже включишь вид от третьего лица, включишь навигатор от второго кабины, у тебя опять 20. Пишут на форумах, типа это из-за карты, из-за радара, ну из GPS навигатора. Ничего не могу сказать, потому как мы не играем вот в суровую Россию. Нет, Horus Map стоит и промотор на все. Что я не давно там не играл. Какую-то девчуню приняли. Не знаю, девчуня это будет или парень. Что они бывают, что вроде пишет девушка, играет парень. А там еще кто-то к нам пришел? Когда? Ну, вот там вчера человек подал заявление. 21 год? У него, ну, я зашел в профиль его, там он закрыт и спрятан, и нафиг. У него нету карт, у него дефолтная игра. Он только-только начал играть. Я ему написал, я говорю, я хотел тебе посмотреть твой профиль хотя бы, что ты представляешь. Ну, мы все, ему сказали, да. Все закрыто, все спрятано, блин. Таких ребят знаешь только. Ходят, которые вот так вот залазят на них, шарятся на них по компаниям. Не поймешь, кто это. Так, заводимся. Колон на выезд. Компьютер собрал, не слабый, у меня шейдер, не смотрит текстуры, плюс светофикс,
Еще в игре стоит мод на графику. Ваш, ты не едешь? Ну ладно, тогда я. Еще плюс КамАЗ, еще плюс Юг России, еще плюс промоция идет все в 60 кадров, а Россия уважает. А что за видеокарта? 1060 на 6 битов. От какого из... в каком исполнении? Плюса. В каком? Плюса. А, МСА. Красная или это? Красная. Какая разница, красная или нет? Красная, она более разгонная. Так та, что в разгоне стоит, она идет в версии TI, та, что без разгона просто. Вот и все. Нет. Нет. 1060 TI не существует. Есть только 1070 TI и 1080 TI. Так, какая есть TI версия? 1080 еще? 1070 и 1050. А, ну да. 1060 нет. Так, пацаны, давайте потом про эти TI. Допустим, не слышу, что мне говорит за мой ведущий. Заправку покинули? Покинули. Крысто. Контроль финит. Максик, завис. Ой, ёж. Ух ты! Хорошо. Макс, ты зачем на встречку повезло? У меня завис. Так, кинуло меня. Не учили тебя ездить, да? Догоню. На стоп колеса. Одна единичка будет догонять, вышла из игры. Видите прямо. Начали движение. Ну, GTA 5, но он крахает, если тут даже не ТС. Значит, карта это суровая Россия, недоработанная вся. Главное это, когда едешь только по Байкалу. Едешь там? 70 на контроль принято. Матик, Димасик 590. 370. Вот едешь, например, что там куда-нибудь. Контроль принято. Нормально. Ну да, по жизни тоже едешь куда-нибудь с Хабаровска, тоже нормально. Я проверял. Хочется там по своим перестроение в левую полосу, развязка прямо. Видите, сброс скорости, перестроение в левую полосу. Где вы сейчас едете? Город рядом. Подъезжаем к Цюриху. Держим левую полосу, развязка прямо. И в левой полосе прямо до указания. 110. 110, контроль принято. Димасик 490. 400. Идем плотно. 300. Левая полоса, развязка прямо. Финит, остаемся в левой полосе, развязка прямо.
Сэн. Да. А вы вот на промос играете, у вас сторонние моды стоят? Левая полоса, развязка прямо. Принято. В левой полосе развязка прямо до указаний. Да, стоят. А у меня что-то промот. Вылетает, бывает. Я там прицепом, ну, на всякую себе. Не знаю, не вылетало ни разу. Вот что-то на столбом ПК вылетало, сейчас надо скачать по новому. Ну да, на новом может быть лучше будет. И тушку прямо прошли. Пошли. Саша, Остап, аккуратно, здесь я немного притормаживаю. Пошли в туннель. Я сейчас с дистанции увеличу, чтобы... Скажите, как Зурич проедете? Поверх проедем. Понял. Вот, буду где-то такую дистанцию держать. Да нет, 570. Не вижу. Принял. Конец 740. 700. Внимание, ремонт дороги. Ой, обочины. Принт, ремонт дороги. Обочины. Перестраиваемся в левую полосу впереди сужения дороги. Принято, перестраиваем в левую полосу сужения дороги. Принято, круиз 90. ЗС прошли. Принято. Далее будет вторая развязка. Едем до упора и поворачиваем налево. Принято. Примыкающие пошли. Принял.
колонну догнал. Примыкающие лево выполнили, вышли на автобан. Принято. Вот не умеют европейцы дороги делать. Принято. На съездах холмы какие-то. Так, они эти терморасширительные швы вообще проезжаешь, стуча от колеса. Турки хорошо делают дороги. Вот они сделали вот эти деформационные швы, по ним проезжаешь, вообще не слышно, что ты проехал. А, будешь становиться? Да не, пойду сзади. Давай. Не лагает. Нет, нормально. У меня только перед развязками. По-моему, захоронение срабатывает. Немного где-то идет. Не, конечно, с низких настроек на ультра переходить это вообще сказка. Да это понятно, что картинка совсем другая. Это вот с максимальных на самые низкие, вот это ужас. Особенно еще в HD разрешении. Матик 580. 480. Ну что там Мексика в Америке как? Я только один раз проехал, и все, пока еще времени не было, не было на ней. По одной дороге. А где-то если кто-то слышал. Впереди развязка. Про скорости развязки уходит два раза направо. Чего, аж обгоняет? Да не, ты сброс скорости на развязке два раза направо. Будет Т-образная развязка, поворачиваю налево. Принято. Минус 70. Настрой тут даже трогай нет. Ну да, тут ну, цветочки всякие желтенькие, красненькие. А тут просто зеленая текстура такая. Нет, уже цветочки. Так, вон по полям идут. У меня желтенькие, красненькие всякие, типа маков какие-то.
У меня тоже травка, цветочки. Лево 90 выполнили. Цветочки не видите, что ли? Он вообще поле красивое справа было. Вон желтые какие-то растут по обочине. Привет всем. Здорово, дядя Вов. Привет, дядя Вов. Что там, цветы рассматриваете, что ли? Ну да. Впереди ремонт дороги, перестроение на встречную полосу. Нет, ремонт дороги, перестроение на встречную полосу. Маки ищем, чтобы на это делать. Понятно. Я только пришел с больницы, да не выписали ни хрена еще. Да ты че? Ну вот 7 октября я уже на больничном. Ясно. Примыкающий проходит прямо. Принято, примыкающий прямо. Вы уже перекур прошли, да? Да. 340 осталось. Ну понятно. Пойду я тогда в ЕТС немножко прогоню. Заходи на финишный пост. Да? Были бы до перекура, так я бы еще, может быть, зашел. Ой, в АТС пойду. Ну, давайте, парни, слева. Давай. Мы там увидим. Давайте. Ремонт дороги прошли. О, вот это прям наша дорога. Столбы, разметки нет. Это все одна полоса. Точно? Вот реально, как будто от родителям по деревне видишь, такая же дорога. Колея, видите, посередине? От Урала какого-то. Да нет, это, я не знаю, как он по-русски это. У нас называется грузовый транспорт, ну то есть... Пени это ЖД приезд. ЖД открытый. ЖД прошли. Принял. Т-образную развязку прямо. Принято Т-образную прямо. О, смотрите, воздушный шар. Да, один. Видите слева воздушный шар такой прикольный? Да. Справа. Слева. А еще справа. Нет, слева. Я, кстати, никогда не понимал, почему в Европе так много мусорных пакетов летает над дорогой. В игре? Ну вот здесь катаешься, вот очень часто так по кругу летают мусорные пакеты. Круиз 100. 100 на контроль принято. Помойка. Черные такие боссы. Ну это в городе ты, наверное, где-нибудь видел. Нет, просто по дороге. Сейчас будем ехать, увижу, скажу. Ты что-то внимание не обращал. Пакеты какие-то ты увидел там. Они по кругу так летают. Над дорогой постоянно.
Только осторожно, заходим опять сейчас. Смотрите, не... О, где этот? О, смотрите, вот мусорные пакеты слева. Видите? В небе. Да не видим, мы еще только заходим, блин. А. Ну перед мостом там увидите. Так это птичка. А что, Димасик тпхается, да, как я понимаю? Макс, вон впереди меня идет, мы вошли. Это птичка или да? Что-что? Птички это. Какие это птички, это мусорные пакеты. Да Саня, обгоняй меня движки. Понял. Там, по-моему, четверо вот здесь. Не, я просто для компании ушел тогда на рабочий. А, понятно. Сколько до финиша? 200. Нет, 200. Вот это птицы летают, вороны какие-то. Да какие-то вороны, это мусорные пакеты, присмотритесь. Мать не присматривай, остановись и Кать эту камеру, как называется, летящую эту, и приблизь, и увидишь, что это птица. Пзорные... Вы же видели, как птицы летают, птицы так не летают. Пзорные пакеты на такой высоте летать не могут. Но они же летают. Это птицы. Впереди будут крутые повороты. У тебя точно максимальная графика стоит. 90 принято. Вот это красивый замба. А вот чё вся и ближнюю доедете, включите габариты. Или ещё время. Так, по-моему, нужно с ближним ездить. А что там по времени сейчас? 7:25, уже можно не включать. Я уже 6 часов еду на габарит. Я вообще выключил только что. Они включают ближний. Что за блок? Проводка. Впереди примыкающая, поворачиваю направо. Принято на примыкающий направо. Сохранение что ли? Андрюха, у тебя в стиме ник Бирка, да? Тут у меня в друзьях, что я вроде тебя не добавлял. Что значит добавлял? Давно, наверное, как-то. Далее будет развязка, развязки направо. Принято на развязке направо. Я Fortnite месяц назад. Hotline Miami? Fortnite. Средняя полоса. Не. Где-то 80. Она развязка. Fortnite это где это? Там есть режим, тоже 100 на 100, ну 100 человек, как PUBG. Такой же режим. И еще зомби режим, который платный. 900 рублей. Право 90, выполнил первый. Принял. Что я меня подтолкнул или подтолкнул? Ну, я подтолкнуть пытался. Или на бок повалить.
Бау вверх выполнили. Поднялись на автобан. Принял. Уже 110. 110 принял. Андрюк, дай я тебя обгоню, я эту колонну догоню. Ну идем в какой полосе? Идем в средней полосе. Принято в среднюю полосу перестроение. Кто правый, кто средний. Так, полста до конца конвоя, тишина в линии. Перестроение в правую полосу, на развязке уходим правый пологий. Перестроение в правую полосу, на развязке правый пологий. В первом светофоре поворачиваю направо. Принято. И заезжаем на базу трейда Окс. Принято.
Все доехали. Так, делаю фотку. Скрин сделан. Так, серк. Да. Меня, ты понял, поставить у нас эту аватарку тоже. Андрюха, 38, ясно, тоже пока весь свой компьютер делает, поставить аватарку. Саша, ты куда полетел? Я конвой делать. Конвой делать. А я что, распускал всех? Ой. Парковка просто идеально встал. Да. Так, все ясно, да, всем? Всем спасибо. Гостю спасибо. Конвой закончен. Так, а есть эта картиночка, ну, вот эта наша Nordic Crown. Аватарки. Блин, я сейчас туда зайти не могу. Картиночка аватарки, она стоит в этом самом, как называется, в закрытой группе. Я понял, но я тогда позже поменяю здесь дисплей. Да, давайте, не забывайте. Спасибо большое. Так, все, спасибо, спасибо за конвой. Да мы включили! Ладно ли? Да-да. Виктор сделает на день, я на вечер. Хорошо, спасибо. На западе цены? Да. Хорошо, я сделаю сейчас. У него монитор сгорел.